Конфеты «Алые паруса». Лучшее достается тому, кто ждет. Не надо ждать, лучше пожрать. Кто ж бред-то такой снимает? Мяу. Тарелкина, только не сейчас, прошу. Мне надо трипнут написать к завтрашнему утру. Я пока не напишу, не лягу спать. А мы не будем спать. Если мы выиграем этот тендер, мы сделаем это так, как никто не делал. Потому что мы тигры рекламы. Наша команда работает как единое целое. Я бы очень сейчас хотел представить победителя премии и своего лучшего копирайтера Санкт-Петербурга Юлию Полонскую. Юля! Юля! Ради бога, извините. Юля! Юля! Ай! Что ты делаешь-то? Василий Львович, с вами все в порядке? Со мной было все в порядке, пока ты меня не наехала. Чего за тобой бегаю, как этот принц за этой... Золушкой? Да. Василий Львович, меня ребенок дома ждет. И вообще вы мне отпуск обещали. Так ты мне зубы не заговаривай. Знаешь, у меня самого трое. Вот. Красавцы. Все в папу. Да? Так, Юля, послушай. Ты должна выиграть этот тендер. Слышь меня, не то что отпуск. Тебе сделал начальником отдела, плюс 50% в зарплате и свободный график. Будет время на семью. А если я не выиграю? Это вряд ли. Там конкуренты слабоватые. Один только из тренд-хантера, как его, Титов. Титов? А ты что, его знаешь? Первый раз в жизни слышу. Спокойной ночи. Титов, oh. А ты никогда не задумывался о семье? Кайфоломщица. Ну, Саня, ну я серьезно. Тарелкина, я же тебе все про себя рассказывал. Я самый счастливый человек на планете. И у меня все есть, абсолютно все. Но я тебя просила не называть меня по фамилии. Это единственное, что хотела бы изменить себе. Ой, да. Давай только это будет не за мой счет. Ну, оставайся тогда жадным и одиноким. Ой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тарари, 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 ри, тара. Сколько? Минута 7 секунд. Я дома. Алька, здорово. Тигр мой. Поздравляю. И раз, и два. Садись. Ну, как день прошел? На кружке похвалили, дали препарировать земляного червяка. Не поняла, какое отношение червяк имеет к океанологии? Прямое, мам. Они относятся к типу кольчатых червей. Mm-hmm. А этот тип насчитывает более 18 тысяч видов. И я вижу, тебе это совершенно неинтересно. Да нет, малыш.
Я могу слушать о червях часами. А еще учитель сказал, что он гермафродит. Учитель? Да нет, червь, мам. Слушай, тут такое дело. Мне нужно в Москву ненадолго уехать. Опять? Ну ты же обещала, что мы проведем весь день вместе. Я понимаю. Но я тебе обещаю, когда я вернусь, у нас будет настоящий отпуск. Юля, ну что, я побежала? Ага. Алла Дмитриевна, мне тут надо на недельку в Москву смотаться. Побудете? Ну, конечно. Пока. Я спокоен. Это просто изменение. Я преодолеваю все препятствия с радостью и легкостью. Прожитое за прошедшее. Фигня. Ну, здравствуй, Саша Титов. А помнишь, 10 лет назад, Финский залив, яхта, романтика? Так вот, Саша Титов, у тебя есть дочь, и ей 10 лет. Только ты об этом ничего не знаешь. Потому что, когда я позвонила тебе 10 лет назад, ты мне сказал, что ты перезвонишь. И ты не перезваниваешь все эти 10 лет, потому что я... И ты, Саша Титов, про мою дочь ничего не узнаешь. И вообще, я тебя сделаю. Потому что я лучший креативщик Питера. Я тигр рекламы. А ты косёр. Креативный директор, рекламное агентство Trend Hunter. Кто его спрашивает? А это его дочь. Вы понимаете, я из Питера, буду проездом в Москве. Угу. А адрес у него тот же, да? Недавно переехал. Угу. Запоминаю. Вместо сотен слов только самое ценное. Печенька? Не печенька. Крекер Дятлов. Он ей делает предложение крекером. Титов, ты козел. Я козел? Я гений. Ты просто нецелевая аудитория. Сегодня приезжают клиенты по имени Фуц, организуй встречу. Все как обычно. Да, номер в Плазе, лимузин, икра, водка и так далее. И сердечко еще выложу. Из крекеров Дятлов. О, я смотрю, ты название выучила. Крекер Дятлов. Достоин, чтобы вернуться. Доброе утро. Александр Титов? Ну, я. Значит, вы мой папа. Поздравляю.
Слушай, чего тебе надо? Ну я же говорю, я ваша дочь, и я захотела вас увидеть. Увидела? Иди домой, а то полицию вызову. А я могу долго звонить, я терпеливая. Я тоже. А ваши соседи могут о вас плохо подумать. Слушай, они обо мне не такое знают. Доброе утро. Здрасте. Так, кто ты и откуда? Александра, из Санкт-Петербурга. Можно просто Аля. Меня, кстати, в честь тебя назвали. И день рождения у нас с тобой в один день. 13 марта. А ты уже завтракал? Если накормлю, уйдешь? Нет. Слушай, ты что такая дерзкая, а? Эй! Это что? Это крекер Дятлов, крекер с именем. Я б на его месте псевдоним взяла. Ты просто не целевая аудитория. Слушай, чего ты хочешь-то от меня? Когда мне было 3 года, мама говорила, что ты капитан. И твоя подлодка потерпела крушение. Ну, и тебя потом съел кит. Да, мама-то у тебя бездарность, если она тебе такие истории рассказывает. Моя мама талант. Но в данном случае действительно слабовато. Ну, во-первых, киты на людей не нападают. Ну, даже синий кит, который весит 150 тонн. А это почти как 120 машин. Он питается планктоном. Подожди, при чем здесь кит? Обо мне ты вообще как узнала? Внезапно. Хорошо, и где ты живешь? Эту неделю я планирую пожить у тебя. Кстати, дети у тебя еще есть? Нет у меня никаких детей. Оставь при спокое. Это хорошо. С одним ребенком тебе будет гораздо легче. Ну, тем более, что я уже взрослая. Так, а где твоя мама? И она вообще знает, где ты находишься? Мама? Конечно, это вообще ее идея. Прекрасно. Так. Девушка, здрасте. Вы не подскажете, по какому номеру обращаться, если ко мне в дом ворвался сумасшедший ребенок? Нет, я нормальный. Ребенок Поставь оленя на место. Да что ж ты делаешь? Ты знаешь, что это за олень вообще? Ты б штаны надел. Ну, на случай, если к нам гости. Тьфу ты. 10-й раз уже его клею. Слушай. Да не бойся ты, не буду я тебя трогать. Девочка, мы с тобой даже не похожи. Посмотри на свои кудрявые волосы и на мои. Посмотри на свои карие глаза и на мои зеленые. Мой нос ты видела? Да уж, повезло. Девушке с такой внешностью было бы тяжело по жизни. Mm-hmm. Ну, может, ты человек хороший, как я. Mm-hmm. Ясно. В общем, мне пора на работу собираться. Хорошо, я с тобой. Чего? Тогда оставь ключи, если я вдруг решу выйти. Так, все, метро налево, на. Доброе утречко. Доброе утро. Опозорю перед соседями. Это что, шантаж? Это генетика. Мама говорит, я вся в тебя. А детское сиденье есть? А это небезопасно. При аварии я могу пострадать. Ну, открывай. Алло, да, это я. Останавливай кастинг на туалетную бумагу, там что-то клиент в сомнении. И отправь кого-то в архив. Нам нужны кадры оленей или зайцев, только чтобы они были не зимние, а летние. И чтобы они не спали и жрали, а знаешь, как будто к чему-то прислушивались. А что у нас по бурундукам? Кто этим занимается? Ганин. Дай мне его. Сейчас. Ганин.
Ганин! Просыпайся, Титов. Босс, у нас проблема. Бурундуки плохо поддаются дрессировке. Подожди, подожди. То есть ты их не нашел, правильно? У ребенка третьи сутки зубки режутся. Подожди, Ганя, какие зубки? О чем ты вообще говоришь? Перенеси на другой день. Это природа, босс. Я... Послушай. Но зато есть отличный еж. Засунь это, выезжай себе знаешь куда? Все, ты уволен. Одни идиоты вокруг. А у этого человека, ну, которого ты сейчас уволил, есть семья, ну, дети, может. Возможно. И ты его уволил из-за бурундука? Это что, так важно? Слушай, в рекламе все важно. Волосок к волоску, бурундук должен уметь петь. Хомяк читать газету, неважно. Умри, но угоди клиенту, вот и все. Угу. И ты так живешь? А ты женат? Нет, я не женат. А почему? Тебя что, кроме клиентов, никто не любит? Любит. Ну а почему тогда ты живешь один? Потому что мне так удобно. На, дуй за мороженым. А тебе на палочке или в стаканчике? Пожалуйста, одну на палочке и одну в стаканчике. Ага, хорошо. Здрасте, это орган опеки? Добрый день. А вы знаете, тут ко мне девочка прибилась, чужая. В стаканчике и на палочке. В общем, я сейчас еду в аэропорт, у меня встреча в Шереметьево. Если хотите, может быть, туда кто-то подъедет. Через час. Александр Титов. Спасибо. Сиденье не испачкай. Можно звуков таких не издавать, нет? Так, с вещами на выход. А зачем мы приехали в аэропорт? У нас у обоих важная встреча. О, плохо дело. Welcome. Добро пожаловать. Меня зовут Алекс. А меня Боб. Очень приятно. А это кто? Это Александра. Наша русская традиция – предлагать хлеб и соль дорогим гостям. Чудесная русская традиция. Добро пожаловать. Благодарю. Вкусно. Давайте я вам помогу. Нет, спасибо. Меня еще пока силы не оставили. Пошли. Когда я путешествую, Алекс, мне нравится чувствовать себя как дома. Это ни с чем не сравнимое чувство. Ну да. А у вас есть какие-нибудь помощники? Зачем мне помощники? Жена мой главный помощник вот уже 30 лет. Мы воспитали 6 детей. Так что я и сам неплохо справляюсь. Ясно. Знаете, я полностью с вами согласен. Для меня моя семья – это моя жизнь. Прекрасные слова. Прошу прощения, мне нужно сделать один звонок. Конечно, конечно. Алло. Алло, Тарелкина. Значит, быстро дуй в гостиницу, отменяй все, лимузины, баб, водяру, сними номер там подемократичнее и в офисе все приберите, все в рамках морали. Чего? Потом объясню. Давай, пока. Так, аферистка, слушай сюда внимательно. Значит, 10 тысяч рублей, и ты изображаешь мою дочку. Сдам тебя в органы опеки. 20. Давай. Алло, да, любимая, мы приехали, уже все хорошо. Thank you.
Все. 5 минут отдыха перед боем. Как, говорите, зовут вашу дочь? Александра. Ее назвали в вашу честь, как это мило. А сколько ей лет? 7. Мне 10. Какого черта ты не сказал, что говоришь на английском? А ты не спрашивал? Точно, ей 10. А где ее мать? Простите, что? Где ваша жена? Она ждет нас дома. Нас? То есть я буду жить у вас? Как здорово. Терпеть не могу гостиницы. Надеюсь, я вас не обременю? Нет, что вы. Так все и было задумано. Мой дом – ваш дом. Мне только нужно заскочить в офис на минутку. Конечно. Позвоню-ка я жене. Да, доченька. Алло, Тарелкина? Так, слушай меня внимательно. Мы с тобой женаты, счастливы. У нас есть дочь. Зовут Александра, ей 10 лет. Чё? Титов, ты сбрил? Мы добрая, красивая семья, как на Пэкшоте, понимаешь? Опять кого-то сбил? Никого я не сбивал. Наш клиент просто зануда и примерно семенин. Поэтому никаких декольте, голых пупков. Приберитесь там в офисе, он будет жить с нами. Отменяй гостиницу и найдите какую-то квартиру семейную. Когда я тебя ее буду искать? Пока, любимая. Титов, алло, ты слышишь меня? Я сейчас... Она ждет нас с нетерпением. Он что, туда кирпичи, что ли, навалил? Благодарю, Алекс. Проходите. Знакомьтесь, это моя жена Оксана, мама моей дочери. А это Боб. Приятно познакомиться. Мне тоже. Живот прикрой. Ну что ж, прошу за мной. Я выбираю гармонию, равновесие и душевный покой. О, ну и утречка. Так, быстро, смотри. Что это? Кастинг на мыло, что ли? Нет, на дочь. А, ее я уже нашел. Вот. Нет, здесь есть варианты получше. Это вообще на тебя не похоже. Я и об этом же говорю. Mm-hmm. Ну, я и правда его дочь. Да? От кого же это? На этой неделе от тебя. Что у нас с квартирами? Показывай. Mm-hmm. Вот. 6-комнатная, тихий центр. А это что, 6? Слушай, ты в своем уме? Это бордель, а не квартира. Вот это.
Да и это вообще на офис похоже. Слушай, мне нужна нормальная квартира, понимаешь? Обжитая, для нормальных семей. Слушай, ну нет, в Москве нормальных семей. До свидания. Кто это? Слушай, позови-ка Ганина, пока он не ушел. Давай, быстро. Ганина? Ты только что его уволил. Я тебе сказал, позови мне Ганина. Мне два раза надо повторять. Ганин, к Титову. Так, дорогой друг Ганин, садись. Надо поговорить. Садись. Во-первых, я хотел бы перед тобой извиниться, надеюсь, ты не в обиде на меня. Ну, за исключением того, что ты меня уволил. Кто я? Уволил? Слушай, ну как уволил, так восстановил. И не просто восстановил, а с повышением. Теперь ты не координатор, а глава отдела. С чего такая щедрость? Дело в том, что это был тест. Тест на стрессоустойчивость. Это ведь главное в нашем рекламном бизнесе. Я на тебя надавил, а ты выдержал. Молодец. Поэтому мы тебя не просто восстанавливаем, а еще отправим в оплачиваемый отпуск, плюс бонус от компании. Куда? Если без виз, то в Армению. Фантастический выбор. Когда ты еще будешь в Армении? Когда? Прям сегодня, сейчас. Армения, кавказское радушие, солнце, теплое море. В Армении нет моря. Значит, не утонет. Давай, паспорт и ключи от квартиры. А подожди, а ключи зачем? Слушай, у меня просто ремонт дома, и мне перекантоваться надо где-то. Там такая вонь стоит. Там не прибрано. А, уберем. Вперед! Да. Гнездо так гнездо. Так, девочки, мальчики, концепция «Счастливая семья». На все про все 2 часа. Нужно оставить, лишнее убрать. Я не могла подумать, что у Ганина может быть такая хата. А у него дед генералом был. Убираем? Нет, деда оставить. Буду генеральской внучкой. Сосиски Family Foods. Попробуй истину Америку на вкус. Okay. Так. Знаете что? Сейчас мы возьмем все, что вы тут налепили, и выбросим в ведро. Потому что это никуда не годится. Так, ребятки, давайте. Забудем это как страшный сон. Видите, как все просто? Благодарю. Отлично. Прекрасно. Здорово. Не просто было решиться, да? Ну вот и все. Никакой трагедии не произошло, да? Наша с вами задача — выйти за рамки стереотипов. Нам нужны новые образы и новые сюжеты для выражения главной идеи — семейные ценности. Именно это важнее всего. Поднимите руки те, у кого есть семья и дети. Именно об этом я и говорю. Наша целевая аудитория — это семья. Итак, на этой неделе каждый день вы будете получать новое задание. Свои свежие и оригинальные идеи вы будете излагать лично мне до 7 часов вечера того же дня. Авторы самых интересных идей продолжат свое участие в конкурсе. Всем все ясно? Давайте, за работу! Здрасте. Нас не успели представить. Я Саша. Юлия. Очень приятно. Симпатичное платье. Новое. Спасибо. Бывает. Можно на «ты»? Ты что, из Питера, что ли? Терпеть не могу этот город. Был там последний раз 10 лет назад. Напился в хлам, ничего не помню. Ясно. Что ясно? Вы ненавидите мой город, и вы алкоголик. Умеете произвести впечатление. Ну, хорошо, погоди. Послушай, я, как это говорят, не то имел в виду.
Попытка номер два. Пускай будет так. Алые паруса, твоя реклама? Понравилась. Понравилась. Она мне напомнила что-то из моей далекой юности. Такое нежное, что-то миленькое, женское. Простое. А я ваши работы тоже видела. Броско, вычурно, самодовольно. Типичный мужской шовинизм. А что, это плохо разве? Хорошо. Потому что мачо-алкоголик так же далек от семейных ценностей. Как ты от тендера. Накладные волосы? Приперлась. Сколько же вам лет? Что значит вам? Значит, что старость нужно уважать. Положи на место, а? Накладные ресницы. Можно подумать, твоя мама их не носит. А ей незачем. Она и так красивая. У моего папы хороший вкус. Ну, с этим не поспоришь. Впрочем, у всех бывают неудачи. Послушай, малявка, ты мне не нравишься, я не нравлюсь тебе. Но коли мы в одной лодке, мы должны грести в одну сторону, понятно? А это не мир, это перемирие. Согласна. Я слежу за тобой. Да, это... Я за тобой слежу! Тогда не забудь линзы! Алло. Мамуль, привет. У меня все хорошо. Сегодня паразитов изучали. Здорово. Что у тебя там шумит? А это Алла Дмитриевна на кухне что-то делает. Ну как вам презентация? Ты такая красивая была в новом платье. А ты откуда знаешь? Ну, а ты у меня всегда очень красивая. Тем более я сама тебе советовала принарядиться. Спасибо. Все хорошо. Моя презентация всем понравилась. Классно. Все, мамуль, целую, мне пора, пока. Ты что-то сказала? Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. So, welcome home. Ну вот мы и дома. Папочка приехал. Да, привет, я тоже соскучился. Ну что там, как в школе? How's the school? Папа, у нас каникулы. Vacations now. Good for you. Это чудесно. Да, точно, я забыл. Закрутился на работе. Добро пожаловать. Надеюсь, я не доставлю вам особых хлопот. Все, что мне нужно, это простая кровать. Без проблем. Кстати, тут у нас ванная. Извините, это... А кто эти люди? Это наши родственники, дальние. А это что? Еще один ребеночек есть? Yes, baby, baby. Maybe. Планируем. Ведите, прошу. А кто у вас на гитаре играет? Мама. Только не пой, прошу. Я подожду тебя в лифте между четвертым и третьим и помечтаю о лете. Со мной дедушка Питя. Достаться, и не работают. Hey, какая красивая песня. О чем она? Об одиночестве в лифте. Проходите. Спокойной ночи, Боб. Спокойной ночи, Алекс. Ты весь день мешки с цементом ворочил. Ты так напряжен, пупсик. Хочешь расслабиться? Слушай, не за стенкой тут все слышно. Да ничего не слышно. Ой, как хорошо-то.
Ну что ты думаешь, он поверил нам? Ну, вроде да. А что ты так нервничаешь? А я не нервничаю. Просто в прошлом году Family Foods потратила полмиллиарда долларов на рекламу. И я хочу кусок этого пирога. А если ты не выиграешь, то... Выиграю. У меня конкурентов нету. Есть там одна, правда, из Питера. Талантливая. Стерва одинокая. Но у меня-то дочка, жена, никаких вредных привычек. А потому что я твоя вредная привычка. Что такое? Что с тобой? Что случилось? Мне приснился жуткий сон. А, понятно. Okay. Все в порядке, ей просто плохой сон приснился. Не морочь мне голову. Алекс, послушайте мой совет. Пусть она поспит в вашей комнате. Она успокоится и уснет. Да, хорошо. Пошли. Артистка. Сладких снов. Извини. А где? Подъем! Америкос про завтрак спрашивает. Ёпрст, это семейный завтрак. Быстро! Знаете, моя жена, она просто творчески подходит к приготовлению пищи. Вы не беспокойтесь. Брекфаст готов. Ух ты, выглядит очень аппетитно. Это нужно резать ножом, как торт. Да. Сядь. So. Спасибо, Алекс. Потрясающе готовишь. А теперь давайте возблагодарим Господа за эту пищу. Чё? Помолиться. Простите, а вы не произносите молитву перед едой? Произносим, только на русском. Логично. Руки дайте, глаза закройте. Господи, спасибо тебе за хлеб наш насущный. Сделай так, чтобы мы не отравились, и дай нам сил пережить эту неделю. Аминь. Аминь. Amen. Аминь. Теперь я знаю, что такое каша из топора. А ты куда намылилась? Мамочка идет на работу, с мамочкой нельзя. Я еду с вами, пап. Ага, размечталась. Дай ключи возьму. Знаете, мои дети просто обожают, когда я беру их с собой на работу. Well, еще бы. Of course. Мы тоже это обожаем.
Быстро в машину. Доброе утро. Ну что, готовы к борьбе за семейные ценности? Вполне. А вы? Я? Как никогда. Я даже семью привез. Жену, дочь. А что, собаку забыли? Morning, доброе утро, Боб. Доброе утро. Надеюсь, вы нас сегодня удивите. Возможно, у Вселенной свои законы. Точно. Так, а где Александр? А дочь свою честь назвали? Саша, ну-ка быстро. Уверен, что вы рекламировали этот продукт уже сотни раз. Но теперь вам предстоит представить какао в абсолютно необычном свете. В свете вечных ценностей. Каких? Где же они, эти вечные ценности? В книге книг. В Библии. Вы все знаете, что такое подсознание, психоанализ, эффект 25-го кадра. И ни для кого не секрет, что в рекламе все это давно используется. Перейду сразу к делу. Вы должны показать связь этого чудесного напитка с лестницей Иакова. Вперед, за работу. Время пошло. Лестница и сна Иакова, соединяющая небо с землей. Ангелы, демоны. Садись. Что же это может быть-то, а? Пройдя по этой лестнице, человек достигает неба. Как это возможно? Я не понимаю. Выпил какао и улетел. С ума сошла, что ли? Это же не реклама наркоты. Я понял. Покорение космоса. Лестница — ракета. Гений. Где у нас ракета? Погуглить? Нет, не надо. Это около музея космонавтики. Я уехал. Я с тобой. Нет уж. Ты остаешься с дочкой. Шопинг, шопинг и еще раз шопинг. О! Класс! Прекрасный выбор. Я примерю. Да, дочуль. Привет, мамуль. Что случилось? Да так, просто. Мам, слушай, а ты случайно не будешь возле музея космонавтики? Музей космонавтики? Ну да, там, где еще ракета, знаешь? А что там? Можешь сфоткать, для домашки нужно. Малыш, если успею, конечно, сделаю. Ну все, пока. Ракета. Ракета. Ну ты что еще не надел-то ничего? Ты вообще о чем думаешь-то? Ну явно не о том же, о чем и ты. Мы с тобой на разной волне. Чего? Ну понимаешь, ты совсем на суше. Ну где-то в Барнауле. А почему в Барнауле? Ну это я так. Ну просто для примера. Потому что это очень далеко от моря. Знаешь, а Титов тебе абсолютно не подходит. Но вы слишком разные. Вы как планктон и афалины. Кто? Окей, как? Как мозг и тыква. Ты достойна лучшего. О, какая неожиданная встреча. Здрасте, здрасте. И чем это мы тут занимаемся, позвольте узнать? А я тут с экскурсией. Все питерские я посмотрю. Вообще-то я сюда первой приехала. Вообще-то ракета — это моя идея. Да что,
Циолковский с королевым очень бы удивились. Mm. Удачи. И вам не хворать. Фото, please. Какао Family Foods. Стань покорителем земли и неба. Человек всегда хотел покорить мир. Он строил дороги, мосты, дворцы, пересекал океан и открывал новые земли. Но этого было мало. И начались поиски. Человек захотел чего-то большего. Он захотел покорить небо, выйти за рамки возможного. И ему это удалось. Дерзай! Все в твоих руках. Какао Family Foods. Неплохая идея. Интересная ассоциация. Спасибо. И наш последний конкурсант. Юлия Полонская. Один мальчик хотел летать. И отец подбрасывал его в небо. Мальчик рос, и росло желание покорить небо. Время шло. Мальчик поднимался все выше и выше. И однажды он изменил мир. Мир никогда не будет прежним, но неизменным останется знакомый с детства вкус. Family Foods. Великолепно. Ты сумела объединить все. Семейные ценности, лестницу Иакова, какао. Я в восторге. Но она же украла мою идею с космосом. Идея — это ничто, пока вы не заставите их работать. Вы оба выбрали один и тот же образ. Это интересно. Даже очень интересно. И вы оба проходите во второй тур. Спасибо. Мне тут аж надо. А? Она использовала мою идею? Косю. Ну ничего. Первый тур все равно за мной. Потому что я сильная, смелая. Я излучаю здоровье, счастье и душевный покой. А кто эта красивая женщина? Актриса? Что тут красивого? Ну, все красивое. Выразительные глаза. Обычные глаза. Располагающая улыбка. Ой. Но у нее хорошая фигура. Не знаю, не в моем вкусе. Слишком маленького роста. Ну, а еще она очень хорошо готовит. Ты-то откуда знаешь? Мне так кажется. Слушай, спи давай, кажется. Ты вообще что здесь делаешь? Ну, я заснуть не могу. Расскажи мне сказку. Не знаю никаких сказок. Все. Ой, ну хорошо. Тогда я тебе расскажу. О, ну давай. Жила-была маленькая девочка. И у нее никогда не было папы. И стала она его искать. Пошла она к синему морю. Спросила у синего кита. Короче, папаша нашелся? Нашелся. И? И он оказался очень хорошим. Правда, он сам пока об этом не знает. Вот это хэппи-энд. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. А как ты говорила, твою маму зовут? А я и не говорила.
Что? Ей одной спать страшно. Будет здесь спать. А... Все, и... Классные кроссовки. Для бега? Я с тобой. Отстанешь, ждать не буду. И я тебя. Новое утро просто. Солнечный фреш и тосты. Мой выходной без спешки. Наша с тобой пробежка. Я и ты. Может, видим шиты нити мы. Только с тобой реально. Новое утро, это так идеально. Устань, волна моей любви. Спасибо тебе, Господи, за то, что в соседнем супермаркете продаются блинчики шабановские, и мы не отравимся непонятно чем. И дай мне, Господи, выиграть этот тендер. Аминь. 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 Amen. Mm. Вкуснятина. Вчера мы потеряли часть конкурсантов. Но я рад поздравить тех, кто прошел в следующий тур. А сейчас новый продукт. Шоколадная паста. Вкуснятина. И новый образ. Ной в ковчег. Ваша задача объединить эти два образа. Но при этом вы должны помнить о главном — семейные ценности. Итак, время пошло. Мамусь, привет! Ты где? Да вот, бегу в зоопарк. А ты же не любишь смотреть на животных в неволе. Не люблю, но что делать? Это по работе. Нужен Ноев ковчег. Каждой твари по паре, понимаешь? Кажется, понимаю. Все, мамуль, мне пора. Пока, целую, ты у меня лучшая. Значит так, сексуальная блондинка на пляже в бикини. Угу. Сладострастно облизывает шоколадную пасту с ложки. Угу. В это время вокруг полный трэш. Фугаски рвутся, потоп, гранаты. И это очень круто. Записывай. Ну и как это связано с семьей? У тебя что, есть предложение получше? Ноев ковчег. Каждой твари по паре. Зоопарк. Там семьи с детьми. А дети любят шоколад. Все просто. Я умчался, Тарелкина. Фантастика. Мне вот интересно, а вы всегда чужие идеи воруете? Это я ворую чужие идеи. А хотите, может, я вам кошелек свой дам? Возьмите, ни в чем себе не отказывайте. Берите, берите. Сахарные ваты, чипсы, мороженое себе купите.
Люби других, и ты спасешь этот мир. Шоколадная паста Family Foods. Любовь в каждой ложке. Позвольте. Хорошо. Когда-то жизнь на Земле была счастливой и мирной. Но все изменилось. Все живое на этой планете охватила паника. И когда надежда совсем угасла, то пришел он, Спаситель, и сделал невозможное. Он спас этот мир. Сохрани природу, стань легендой Family Foods. Подожди, Алекс. Не спеши. Вы оба снова выбрали одни и те же образы. Вот только Юлия сделала акцент на семейных ценностях. А ты воспеваешь мужское эго. Эгоист. Я бы осмелился сделать предложение. Если вы найдете способ объединить свои идеи, то у вас получится идеальная концепция. Лезет со своей моралью везде. Задушить бы ее. А задуши лучше меня. Спи давай. Ну, расскажи мне сказку. Теперь твоя очередь. Сказку. Хорошо. Ну, жил да был один... Король. Ну, король-то ты хватанул, конечно. Ну, пускай будет король. И жил он не тужил, и все у него вроде было хорошо, и на работе вроде все было здорово. Подчиненные его уважали. Любили. Ты знаешь, скорее боялись. Он был злым королем? Нет, он не был злым королем. Он был такой нормальный, такой король. И все у него было хорошо, пока однажды к нему в замок не постучалась девочка. Она была принцесса, да? Ну, это она так считала, что она была принцесса, а король думал, что она обманщица, потому что они были совсем не похожи друг на друга. Но она была красивая, да? Нет, она была страшненькая, с кривыми ногами. Вкусно.
Hello. Здрасте. Hello. Привет. How are you? Как ваши дела? Видишь ли, все очень сложно. У нас есть два кандидата. Один из них очень креативный, а у другого более мягкий подход. Но зато он попадает точно в яблочко. Не знаю, что делать. Может, им надо работать вместе? Ты умница. Мои поздравления. Вы оба победили. Это сложный выбор для меня. Вы оба очень талантливы. И, боюсь, вам обоим придется выиграть финальное задание. Это совместная работа, поскольку настоящий копирайтер — это хороший командный игрок. И как же вы собираетесь выяснить, кто из нас лучший? С Божьей помощью. Победитель получит контракт. Вот кукурузные хлопья. И все? Никаких наставлений, Библии пророков и прочего? Нет. Вы работаете вместе. Главное — совместная работа. Новая концепция должна быть готова к завтрашнему дню. Удивите меня. Ну и как работать будем? Есть идеи? Идеи море. Но, понимаете ли, Юленька, дело в том, что мы с вами люди творческие, а эта работа рассчитана на индивидуальный подход. Поэтому я все сделаю, а вы мне только не мешайте. Это я вам мешаю? Ну, хорошо. Значит, я выиграла, потому что я согласна на работу в команде. Нет, послушайте, вы меня неправильно поняли. Вот и славно. Хлопья, пшеница, кукуруза, сельское хозяйство. Сельское хозяйство в Москве. Смешно. Поехали. Привет, с вами Виталик Мишурин и Лайка Фэн. И у меня московские новости. Ну давай бы... Ну объезжай уже! А я говорил, надо было на метро ехать. Объедь слева! Идиоты. А что вы орете? Как будто они сейчас перед вами расступятся. Тоже мне, Моисей. Я бы за это время уже до Питера добралась. Отличная идея, давай билет куплю. Прям как в детстве. Ну, на самом деле, у меня не так много свободного времени. Особенно после того, как Алька родилась. То животик болит, то зубки режутся. А у вас как, долго зубки резались? У меня зубки... Я уж и не помню. А у нас вот долго. И как-то... мучительно.
Такая маленькая еще недавно была. А вон какая лошадь вымахала. Не в меня. Слушайте, давайте на «ты» перейдем. А то что-то я выкаю, тыкаю, как-то неудобно. Давай. Ну а отец у нее кто? Что? Ну, у него другая семья. Дочка Алькина ровесница. А. Так что, получается, мы с его московской женой вместе беременные ходили. Ясно. И вообще, он при встрече меня даже не узнал. Козел. Как не узнал? А вот так. Ты такая... Какая? Красивая, настоящая. А у вас с женой какая история? С кем? С Оксаной как познакомились? Служебный роман. Не о чем рассказывать. Значит, все хорошо. Ну, можно и так сказать. Удобно. Ясно. Где ты был? Господи. На работе. Я туда звонила, тебя там не было. Ты был с этой? Слушай, Тарелкина, выходи из образа. Публику разбудишь. Мерзавец, а? Послушай, то, что мы с тобой разыгрываем комедию для американцев, еще не значит, что мы с тобой муж и жена. Ну, Тигреночек, ну извини. Ну, просто этот америкос, это девчонка. Еще ты там где-то с этой отвисаешь. Мозги набекрень. Американец — это работа. А то, где я и с кем, я тебя не касается. Мне казалось, нас кое-что связывает. Связывает. Работа и секс. Я так больше не хочу. И что, исключаем? Работу? Ясно. Какие будут указания, босс? Ложись спать, поздно уже. Я на диване посплю. Mm-hmm.
Ну что, поссорился со своей фальшивой женой? Много будешь знать, скоро состаришься. А ты знаешь, что синие киты живут 400 лет? Да, ты знаешь, что если мы сейчас не позавтракаем, то мы и год не проживем. Пельмени или котлеты? Отличный утренний выбор. Ты знаешь, есть идеи получше. Будешь? Давай. Кушать подно, мадам. Шато да молоко. Урожай вчерашний. Настоящий завтрак у папы. В каком смысле? В смысле, мама обычно готовит что-то сложное. Например, сырники или оладьи. А тут все просто. Насыпал, залил и все. Интересные мысли. И что, ты хотела бы начинать каждое утро с такого завтрака? Я бы хотела готовить его вместе с тобой. И кто у нас мама? Эй, я погляжу, вы уже начали завтракать. Доброе утро, пап. Черт, забыли помолиться. Мы забыли произнести молитву. Да благословит Господь тех, кто начинает свой день с завтрака Family Foods. Спасибо. Вот ты благословил. Пусть утро начинается с твоей улыбки, с улыбки твоих родителей, и солнечной тарелки хлопьев. Это полный провал. Да. Ассоциации мифологемы. Какие же ассоциации? Знаешь, что у меня дочка моя говорит? Чего? Хлопья – это завтрак у папы. Круто. А знаешь почему? Потому что папа не будет заморачиваться. Угу. Вот и ассоциации. А ты что готовишь своей дочери? Ну, полезное что-нибудь. Кашки, сырники. Нет, что-то вредное. Дети любят вредное. Что она любит вредное? А я не спрашивала никогда. Ну, так давай спросим. Давай. И раз, и два. Прыгаем выше. Выше. Веселее. Давай, давай. Мысок тянем. Еще чуть-чуть. Давай. Раз, два, три. И повтор. И раз, и два. А теперь телефон вне зоны. Раньше такого не было. Ну, погоди дергаться. Может, она играется еще где-то или занимается. Ты с кем ее оставила? С няней. Ну, так позвони няне. Уже звоню. Алла Дмитриевна, Алька рядом? Алло! У меня машина здесь. Алло, у меня ребенок пропал. Мама! Аля, мама! Откройте дверь! Откуда у вас моя дочь? Сама приехала. Алика, малыш. Хотела узнать, кто ее мать. Вот она. И не надо тут комедию ломать. Это ты подослала девчонку, чтобы выиграть в тендере. Мама! На! На, посмотри исходящие звонки. Эта девчонка сливала маме все твои идеи по телефону, понятно? Кто вызывал органы опеки? Я. Значит, вы нашли ребенка? Это мой ребенок. Саша, скажи, что она моя дочь. Папа, ну скажи, что я твоя. Папа, ну скажи, что я твоя. Извините, это какое-то недоразумение.
завтрак у папы, когда главное рядом. Это очень неожиданно. И очень интересно. Спасибо. Поздравляю. Ты получаешь контракт. Прошу прощения, Боб. Можно поговорить с вами? Конечно. Спасибо. Чаю? Нет-нет. Алекс, я хотел бы поблагодарить тебя и всю твою семью. Подождите, Боб. Простите. Мне нужно сказать вам кое-что. Я хочу извиниться. Я врал вам. Правда заключается в том, что у меня нет семьи. Это была всего лишь большая глупая игра. Просто я хотел выиграть этот контракт любой ценой. Мне очень и очень жаль. И, честно говоря, я думаю, что Юля – настоящий победитель. Ведь Оксана не моя жена, а Александра не моя дочь. Это было… Простите. Ты знаешь, каким-то волшебным образом я выяснил это сам. Послушай, Алекс. Ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть семья. Александра – твоя дочь. Она спит, как ты. Ест, как ты, двигается, как ты. И не нужно быть пророком, чтобы понять то, что ты и так сам знаешь. Я вижу такие вещи и понимаю. У меня 6 детей. Я не был бы в этом так уверен. Тогда почему бы тебе не узнать? Вы говорите по-русски? Моя бабушка была русской. О, Боже. Так вы понимали абсолютно все? Все слова? О, Господи. И молитвы. Так и есть. И Господь дал все, о чем ты его просил, не так ли? Прости, Алекс, мне пора идти, меня ждет такси. Мы скоро увидимся. Надеюсь, ты и Юля разберетесь во всем. Прошу, ребята, работайте вместе, вы команда. Вы могли бы стать лучшей командой. Самой лучшей. Не упускайте этот шанс. Ты заслужил это. Так же, как и она. Спасибо. Не за что. Береги себя. Привет. Василий Львович, простите. Юленька, дорогая, друзья, это наш новый креативный директор. Браво! Браво! Ян, включи, пожалуйста. Я хочу, чтобы все посмотрели и гордились, каким профессионалом мы работаем. Я сам смотрел 4 раза. Гениально.
Я не видел твою первую улыбку и твои первые шаги. Я не знаю первых слов, которые ты произнесла. Я не целовал тебя на ночь и не учил завязывать шнурки. Но ты появилась в моей жизни раз и навсегда. Ты впустила в мой дом солнце. Ты научила меня улыбаться и снова поверить в сказки. Ты научила радоваться простому завтраку вместе. Завтраку папы, когда главное рядом. Даля. Иду. Извините. Самый счастливый. Есть кто дома? Саша, друг, дорогой! Так отдохнули! Хорошо отдохнули. Спасибо. Актрисы можете? Легко. Оксана. Иван. Продюсер. Очень приятно. Повтори. Итак, Ваня, а вот вы верите в любовь? Очень. А почему у нас пицца синяя? А это так и надо. Это последнее слово в гастрономии. Напоминаю, в эфире шоу «Лучшая хозяйка» и я, ее ведущая Оксана Фрикасе. А в гостях у нас Сергей Пицца. Я подожду тебя в лифте. Между четвертым и третьим, и помечтает о лете. Со мной дедушка Питер, и не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте. Между четвертым и третьим.